В этой части мы продолжаем работу. Мы приступаем к выполнению 11 ряда. Провязываем 3 воздушные петли подъема, затем 2 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 4 воздушных петель. Затем 4 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Снова 4 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. В данном случае мы провязали 3 арочки из 4 воздушных петель. Далее 3 воздушные петли. И мы провязываем 6 столбиков с одним накидом. Выполняем их над столбиками предыдущего ряда. Три, четыре, пять, шесть. Затем снова 3 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 4 воздушных петель. Затем чередование 4 воздушные петли, столбик без накида в следующую арочку. 4 воздушные петли, столбик без накида в следующую арочку. И снова 4 воздушные петли. То есть третья арочка из 4 воздушных. И также столбик без накида под следующую арочку. Затем 3 воздушные петли и 6 столбиков с одним накидом. И так мы будем выполнять до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда и провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. И теперь приступаем к выполнению 12 ряда. 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Затем 4 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Снова 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Далее 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. И снова 4 воздушные петли, столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель. Всего мы с вами выполнили 1, 2, 3, 4 арочки из 4 воздушных петель. Далее 3 воздушные петли и 6 столбиков с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель. Затем провязываем 4 арочки из 4 воздушных. Первая арочка. Вторая арочка.
третье. И четвертое. Затем 3 воздушные петли и 6 столбиков с одним накидом. И так мы будем выполнять до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение 12 ряда и провязываем соединительную петлю в 3 воздушную петлю подъема. Далее нам необходимо будет провязать еще 4 ряда, повторяя 11 и 12 ряд. То есть 13 и 15 мы провяжем как 11, а 14 и 16 как 12. Продолжаем работу. Мы провязали еще 4 ряда, повторив 11 и 12 ряд. И вот таким образом сейчас выглядит наша шапочка. То есть полотно уже принимает форму. И теперь мы продолжаем дальше. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 4 воздушных петель. Далее 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Снова 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. И снова 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Всего мы выполнили 3 арочки из 4 воздушных петель. Далее 3 воздушные петли. И нам необходимо провязать 3 столбика с одним накидом. Затем снова 3 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом над следующими 3 столбиками. Далее 3 воздушные петли, снова столбик без накида под арочку из 4 воздушных петель. Далее 3 арочки из 4 воздушных петель, как и ранее. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под следующую арочку. Первую арочку выполнили. Вторую арочку выполнили. И третью арочку выполнили. Затем 3 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. И так мы будем выполнять до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда, и после последних столбиков, 3 столбиков с одним накидом, необходимо выполнить 3 воздушные петли. И теперь заканчиваем ряд, выполняя соединительную петлю в 3 воздушную петлю подъема. Далее 3 воздушные петли подъема и провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый и второй мы выполняем над столбиками предыдущего ряда, а третий провязываем под арочку.
Далее 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Затем 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Снова 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Далее 3 воздушные петли. И нам необходимо провязать 4 столбика с одним накидом. Начинаем провязывать, вводя крючок под арочку. Выполняем первый столбик, а следующие 3 над 3 столбиками предыдущего ряда. Второй, третий и четвертый. Всего 4 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли, столбик без накида под арочку. Снова 3 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, а четвертый выполняем под арочку. Таким образом. Затем 3 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Затем 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Снова 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Теперь 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. Первый столбик выполняем под арочку. Следующих 3 над столбиками предыдущего ряда. Затем 3 воздушные петли. Столбик без накида под арочку. 3 воздушные петли. И снова 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, а четвертый выполняем под арочку. И так мы продолжим вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд, выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Затем выполняем еще одну соединительную петлю. Вводим крючок в вершинку следующего столбика и выполняем. Затем 3 воздушные петли подъема и 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий столбик выполняем под арочку. Затем 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Затем 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Теперь 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. Начинаем провязывать, вводя крючок под арочку. Первый столбик, следующих 3 над столбиками. Второй, третий и четвертый. Далее 3 воздушные петли, столбик без накида под арочку. Снова 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку.
затем снова 3 воздушные петли и необходимо провязать 4 столбика с одним накидом. При этом начинаем провязывать, пропуская один столбик. Начинаем со следующего. Первый, второй, третий, а четвертый выполняем под арочку. Затем 3 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Теперь 4 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Снова 3 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом. Первый столбик провязываем под арочку, следующих 3 над столбиками. Второй, третий, четвертый. Затем 3 воздушные петли, столбик без накида под арочку, 3 воздушные петли, столбик без накида под следующую арочку. Далее 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. При этом 1 столбик в предыдущем ряду мы пропускаем и начинаем провязывать со следующего. Первый, второй, третий, а четвертый выполняем под арочку. И так мы с вами будем провязывать до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда и провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Ряд мы закончили. Далее выполняем еще одну соединительную петлю. Вводим крючок в вершинку следующего столбика и выполняем. Затем 3 воздушные петли подъема и 3 столбика с одним накидом. Первые 2 мы провязываем над столбиками, а третий под арочку. Провязали. Далее 3 воздушные петли и столбик без накида под центральную арочку. Снова 3 воздушные петли. Затем 4 столбика с одним накидом. При этом первый мы выполняем под арочку, а следующие 3 над столбиками. Далее 3 воздушные петли и в центральную арочку из вот этих 3 необходимо провязать 3 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 3 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. При этом 1 столбик мы пропускаем и начинаем вязать со следующего. Четвертый провязываем под арочку. Далее 3 воздушные петли, столбик без накида под центральную арочку из 3. Затем 3 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, как и ранее, выполняем под арочку. Следующие 3 над столбиками. Второй, третий,
третий, четвертый. Затем 3 воздушные петли в центральную арочку из 3. В эту мы выполняем 3 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И в эту же арочку выполняем еще 3 столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом. Один мы столбик пропускаем и начинаем выполнять со следующего. Первый, второй, третий, а четвертый под арочку. И так мы будем провязывать до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда, провязываем соединительную петлю в 3 воздушную петлю подъема. Затем выполняем еще одну соединительную петлю. Вводим крючок в вершинку следующего столбика. Провязываем. Затем 3 воздушные петли подъема. И 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй, третий выполняем под арочку. Затем 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. Первый из этих столбиков, как и ранее, выполняем под арочку. А следующие 3 над столбиками. Провязали. Далее 2 воздушные петли и столбик без накида под арочку. Затем снова 2 воздушные петли. Теперь в арочку из 3 воздушных петель мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и в эту же арочку еще 3 столбика с одним накидом. Провязали. Далее 2 воздушные петли. Столбик без накида под арочку. Снова 2 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. При этом провязываем, как и в предыдущих рядах. Первый пропускаем, начинаем со следующего. Первый, второй, третий, а четвертый под арочку. Затем 3 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом. Первый столбик выполняем под арочку. Следующих 3 над столбиками. Две воздушные петли, столбик без накида под арочку из 3 воздушных. 2 воздушные петли. Под арочку из 3 воздушных петель выполняем 3 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И в эту же арочку еще 3 столбика с одним накидом. И так мы с вами будем вязать до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда. Я провязываю соединительную петлю в
третью воздушную петлю подъема. Далее 3 воздушные петли подъема и 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Затем мы провязываем под арочку из 3 воздушных петель также 3 столбика с одним накидом. Затем 4 столбика с одним накидом над группой из 4 столбиков. Далее 2 столбика с одним накидом над арочкой из 2 воздушных петель. Затем столбик с одним накидом над столбиком без накида. И снова 2 столбика с одним накидом уже под следующую арочку из 2 воздушных петель. Далее 2 воздушные петли и столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель. Затем снова 2 воздушные петли. И теперь под арочку из 2 воздушных петель 2 столбика с одним накидом. Затем столбик с одним накидом над столбиком без накида. И под следующую арочку из 2 воздушных петель также 2 столбика с одним накидом. Далее над группой из 4 столбиков 4 столбика с одним накидом. Под следующую арочку из 3 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. Далее снова группа из 4 столбиков 4 столбика с одним накидом. Под арочку из 2 воздушных петель 2 столбика с одним накидом. Затем столбик с одним накидом над столбиком без накида. Снова 2 столбика с одним накидом под следующую арочку из 2 воздушных петель. Далее 2 воздушные петли. И столбик без накида под арочку. 2 воздушные петли. Дальше под следующие 2 воздушные 2 столбика с одним накидом. Затем столбик с одним накидом над столбиком без накида. И под следующую арочку также 2 столбика с одним накидом. И так мы с вами продолжим работу до конца ряда. Мы заканчиваем ряд и провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Далее выполняем 3 воздушные петли подъема. И сейчас мы с вами провяжем ряд столбиков с одним накидом. Сначала мы выполним 15 столбиков вот над столбиками предыдущего ряда. Выполняем первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. То есть мы провязали все столбики до арочек. Теперь под арочку из двух воздушных петель мы выполняем один столбик с одним накидом. Затем еще один столбик выполняем над столбиком без накида предыдущего ряда. И под следующую арочку из двух воздушных петель также еще один столбик с одним накидом. А далее мы снова провязываем столбики над столбиками. Итак, мы с вами выполним полностью ряд. Мы заканчиваем выполнение ряда столбиков с одним накидом. Провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Следующий ряд — это тоже ряд столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли подъема. И далее мы с вами провязываем то количество столбиков, какое есть у нас сейчас в полотне. И так до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение последнего ряда. Провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Посмотрим, что у нас получилось. Сейчас мы сделаем замеры нашей шапочки. Полотно в сложенном виде, в ширину 22, но тянется до 23 сантиметров, а в высоту от макушечки до низа 14 сантиметров. Сегодня мы с вами научились вязать вот такую замечательную, красивую ажурную шапочку для девочки. Данный головной убор подойдет на объем головы от 44 до 46 сантиметров. Я желаю вам творческих успехов!